событиям недели, главное из которых – первый весенний праздник 8 марта. Праздник закончился, но послевкусие осталось. Мы получили столько забот и внимания мужчин. Давайте помнить и ценить эти ощущения. «Тысяча и одно желание» – так назывался праздничный концерт в Доме культуры «Прометей». Зал на 500 мест практически полон и сияет в основном женскими улыбками. Генеральный директор компании Сергей Меньшиков всегда старается побывать на всех торжественных мероприятиях. Накануне 8 марта он поздравил женщин сначала в Пангодах, затем в администрации и потом в Доме культуры «Прометей». Говорит, что 8 марта – это особенный праздник. Этот день в России давно стал символом весны, любви, красоты. Матери, жены, дочери – это самые любимые и дорогие наши люди. Хотелось бы отметить женщин, которые сейчас стоят на вахте, которые выполняют свой профессиональный долг, поверьте, достаточно уверенно, на высоком профессиональном уровне. Я хочу всем вам пожелать крепкого здоровья, благополучия, семейного и женского счастья. И поверьте, что без ваших прекрасных, очаровательных улыбок не наступит весна.